тематику мы переставим как бы на сегодня. Что за день? Знаменательный день? Ну, да! Ну, это как бы наш день. Мне что, день рождения, что ли? С днем рождения! А ты так выросла! Ну, это когда влюбленные пары, типа нас, дали друг другу подарки. День строителя? При чем тут день строителя вообще? Ну, строят отношения. Нет! А какой сегодня день? 14 февраля было вчера, день всех влюбленных, день святого Валентина. Кого? Валек такой. В общем, влюбленные пары, они отмечают этот день романтично, дают друг другу подарки. Еще и подарки дарить? Да! В этом основная суть. А, с праздником. Как-то поярче меня поздравь, ладно? Я сделаю вид, что ты этого не сказала. Хорошо? С праздником, дорогая! Ребят, в общем, давайте сделаем вид, что сегодня у нас не 15, а 14 февраля, и мы посвятим этот фестиваль тематике Дня Святого Валентина. Как она этого хочет. Да! Не одна я. Женщина. Все девушки этого хотят. И мужчины тоже бывают хотят. Бывают. Наверное. Иногда. Ладненько, давайте, в общем, начнем нашу программу. Итак, у нас первый блок. И первый блок у нас открывает караоке. Акика, Жуковский, Bad Wolf Production. Ой, Team Time, Fuwa Fuwa Time. Что ты мне подарок?